Всем большой привет. Я начинаю свой влог из кухни, потому что сегодня я хочу приготовить одно классное блюдо. Так как завтра у меня последний день в американской школе. Обсуждать будем пятница. И я на французском буду прощаться. У нас будет такая штука, где мы готовим различные национальные блюда. И я выбрал готовить картошку по-французски. Поэтому сейчас буду собираться и начинать готовить, потому что завтра я ее приношу в школу. Также я был в сети, взял вот такой набор кока-колы. Внимание, 12 упаковок всего за $2. Поэтому я хочу пробовать. Я еще ни разу не пробовал именно с разбери, но сейчас попробую. Вот так сейчас выглядит мой сетап для подготовки картошки по-французски. Обязательно рецепты. И я достал форму, в которой у меня все будет готовиться. Поэтому сейчас начинаю и вернусь к вам чуть попозже. У меня осталось приблизительно 6 минут. Смотрите, как получается. Не знаю, видно вам или не видно. Сейчас буду класть наверх сыр, потому что я успел уже искупаться, и прошло достаточно много времени, и сейчас буду завершать последние шаги. Готова картошка по-французски, я ее оставляю в ночь, я беру с собой багет, сейчас беру пончик. Завтра, кстати, я возвращаю свой хромбук, который принадлежит школе, поэтому пришло время снимать наклейки, которые я наклеил, когда только приехал. И вот эту вот небольшую наклейку снимаю, штуку со своего чарджера. Все, ребят, конец эпохи. У меня достаточно часто спрашивают: Вань, как у тебя получилось эмигрировать в США? Если вы, как и я, мечтаете о жизни в США, то сегодня у меня есть очень классный совет. Вы знаете, что я финалист программы Flex, визу мне одобрили очень быстро и достаточно без проблем. Также у меня есть многие друзья, которые планировали переехать в США, но сталкивались именно с проблемой оформления визы. Конечные документы, непонятные правила, стресс, потраченные деньги и в итоге отказ. Также мои друзья после некоторых попыток оформления визы и поиска прекрасного агентства, которое может им помочь с этим, они попались на мошенничество. Потом они обратились в иммиграционный центр под руководством Ивана Митева, и все изменилось. Иван и его команда – настоящие мастера своего дела. Они взяли на себя все сложности и помогли правильно собрать документы. Опыт и знания иммиграционного законодательства просто поражают. Мои близкие знакомые после просто множественных попыток найти хороший иммиграционный центр оформили все документы и получили визу всего лишь за $3,500. Как вы знаете, что эта сумма достаточно небольшая по сравнению с какими-то супер пропиаренными агентствами, которые берут в 3 раза больше и не гарантируют вам получение визы. Что вы получите за эту сумму? Экспертные консультации. Они проведут вас через каждый шаг процесса и дела, как правильно обойти все ловушки. Индивидуальный подход. Ваша ситуация уникальна. Иван Митев вместе со своей командой разрабатывают специальные специализированные стратегии для каждого из клиента. Максимальная эффективность. Экономите время и нервы, получая специализированный шаг подачи документов, и минимизируйте риск полного отказа. Поддержка на всех этапах. От подачи заявки и адаптации в новой стране. Мы всегда на связи и всегда готовы помочь. Прозрачность и честность. Их скрытых платежей и сюрпризов. Вы будете точно знать, за что платите и что получаете. Если вы хотите избежать всех тех проблем, с которыми столкнулись мои друзья, то обязательно обратитесь к Ивану и его команде. Иван Митев и его команда предлагают специальный специализированный индивидуальный подход каждому из клиентов. Гарантирую, что все будет сделано правильно и, самое главное, в срок. Тратьте свое время и нервы на самостоятельное оформление и подачу документов. Посетите их сайт.
упустите свой шанс начать новую жизнь в США за максимально короткое время и с абсолютно низкими рисками. OneMeetup и его команда — это ваш надежный партнер в новую жизнь в Америке. Мои знакомые сами лично с ними работали, и они сказали, что это был, наверное, один из самых комфортных опытов в рабочей, в подаче визы, в документах и просто минимизации всех рисков. Не упустите этот шанс и станьте на шаг ближе к своей американской мечте. Все ссылки я оставляю в описании. Всем доброе утро. Сегодня пятница, 17 мая. И сегодня мой последний день в американской школе. У меня небольшой, конечно, беспорядок в комнате, небольшой. Беру сегодня с собой камеру, ноутбук, потому что я его отдаю, потому что все, это не мой. И немного украшений казахских, которые я могу подарить. Футболку я одеваю именно школьную ассоциированную, и штаны, в которых вчера был на презентации. Все, я беру с собой два чемодана. Один танцевальный, в котором я возьму сегодня танцы школьные, и мой ланчбокс, который я собрал, и сейчас собираюсь уже выходить в школу. Время, кстати, 7:20. Время 7:27. И пятница — мой последний день в школе. Все, у меня все готово. Я загружаю в транк, то есть в багажник, и отправляюсь школу. It's my last song. I won't be with this song. My last? I know. There's nothing left to see. Glad to say hi. Era? You left me in the darkness. And I'm blended with disease. Oh, what you do to me? Maybe it's my dignity. You made me rip that all apart now, and there is no remedy. And I'm like, hey, oh, hey, oh, I don't know. Nothing left to see. You broke my heart in two. Now I'm stuck looking for you.
what you do to me. Кормись. Maybe it's my dignity. Ну вот и все. Я забрал весь свой штаб. Все, что меня тут держало, и я закончил свое путешествие, закончил свой последний день в школе, в которой я провел свой год по обмену. Сложно? Сложно. Но я верю, что все обязательно будет хорошо. Don't come be fake with me. What I do to you. Oh baby, what I do to you. And I'm like, I, oh, yeah, I, ooh, oh, baby, I don't know. Ghost.